Я упираюсь рогом, заколачиваю деньгу и хочу одного, чтобы меня ждал уютный дом с бифштексом на столе. А что я получаю? Похоже на отраву. Не смей убирать, я ем, черт тебя дери. Чистая отрава. Скажешь нет? Клянусь, а чего от тебя ждать? Носишься, как побитая собака. Или недобитая, еще не решил. От тебя никакого проку, Беатрис. Единственная полезная вещь в хозяйстве – это мой пикап. Он хоть отрабатывает бензин. На дела. Эдгар, что это? Не твоя забота. Брысь отсюда. Пожалуйста, положи винтовку на землю. Но ты размечтался. Получишь ее только через мой труп. Предложение приемлемо. Что это была за вспышка? Сахар. Не знала, что он взрывается. Дай мне сахар. В воде. Еще. Еще. У тебя кожа провисла. А, да. И, а, так хорошо. А где находится 1640-й дом? Ты собираешься заказывать? А, да. Дайте что-нибудь попить. А чего ты хочешь? Деньги-то есть? Есть. Дайте пепси без сахара. Пепси без сахара не бывает. Хорошо. Дайте мне что-нибудь без сахара. Без сахара. Эй, Макфлай! Ты что это тут делаешь? Биф? Я с тобой разговариваю, Макфлай, ирландский идиот! А, привет, Биф. Привет, ребята. Как поживаете? Ты сделал мою домашнюю работу? А, вообще-то я не думал, что она нужна тебе срочно. Алло, алло, есть кто дома? А? Думай, Макфлай, думай. Мне ее еще переписать надо. Представляешь, что будет, если я сдам ее, написанную твоим почерком? Да меня из школы вышвырнут. Ты же не хочешь, чтобы это случилось? Хочешь? А, нет, не хочу. Нет. Как ты мог такое подумать? Чего уставился, придурок? Эй, Биф, зацени его спас-жилет. Утонуть боится на суше. Так что там с домашней работой? Ладно, Биф, ну я закончу ее сегодня ночью и первым же делом завтра утром тебе ее занесу.
Только не слишком рано. Я поспать люблю. О, у тебя шнурки развязались. Не будь доверчивым, Макфлай. И чтобы я тебя здесь больше не видел. Хорошо. Ладно, пока. Ну что? Так ты Джордж Макфлай? Да, а ты кто такой? Кстати, почему ты позволяешь им унижать себя? Они сильнее меня. Где гордость? Где уважение собственного достоинства? Разве ты не знаешь, один раз дашь слабину, и на тебе всю жизнь ездить будут? Глянь на меня! Я не буду в этой забегаловке работать вечно. Выбирай выражение. Нет, сэр. Я пойду учиться в вечерней школе. И после нее я стану большим человеком. Так и есть. Он станет мэром. Да, я буду... мэром! Вот это замечательная мысль! Я буду баллотироваться в мэры! Мэр Черный, держи карман шире! Вот увидите, сэр, я стану мэром! Самым влиятельным человеком в Хилл-Вейле! Уж я наведу порядок в этом городе! Отлично, начни с подметания пола! Мэр Голди Уилсон! Как это здорово звучит! Эй, пап! А теперь слушай меня. Перед тобой величайший варщик мета. Нет, два. Два величайших варщика мета. И наши навыки принесут тебе гораздо больше из тех 35%, чем если будешь варить сам. А, складно поешь. Но с чего нам так повезло? Зачем мы тебе? Майк скоро уйдет из нашей команды. Я предлагаю тебе занять его место, если ты займешься его работой, распространением. Если дашь ему 5 миллионов из тех 15, которые привез сегодня. Считай их комиссионными за то, что он нас связал. У нас есть 19 кило свежего продукта. Готового. А ты готов? Кто, блин, такой? Ты знаешь. Думаю, вы все знаете, кто я такой. Скажи мое имя. Чего? Я... Да хрен знает, какое у тебя имя. Нет, ты знаешь. Я варщик. Я тот, кто убил Гуса Фринга. Гонишь. Его картель слил. Уверен? Вот-вот. Ну, скажи мое имя. Хайзенберг. Ты, сука, прав. Костюм уёбищный! Да, да, потрясно! Аплодисменты суперсу! Вяжите меня с костюмером! Вызывайте его, блядь, сюда немедленно! Я его козлину сейчас придушу! А теперь я хотел бы пригласить на сцену наших капитанов. Прошу поприветствовать звездочку и самого виновника торжества Патриота! С днем
рождения, патриарх. Спасибо. Не за что. Я вижу твой корсет, тупое, жирное, ты уёбище. Пошел нахуй отсюда. Для меня огромная честь подняться на эту сцену, чтобы поздравить моего дорогого друга и наставника, патриота. Но я здесь не только за тем, чтобы пожелать тебе самого лучшего. С огромной радостью я представляю вам проект, который я лелеяла в своем сердце. Дом Звездочки – это благотворительный фонд, созданный для того, чтобы помогать бездомным и неблагополучным подросткам. Эй, патриот, твоя нацистка сдохла! Он произнес: нацистка сдохла? Идем. Патриот. Он такой же человек, как и все мы в этом зале. Мы все совершаем ошибки, верно? Но мы заслуживаем второго шанса. Именно поэтому патриот согласился пожертвовать 10 миллионов долларов. Фонд «Дом Звездочки». У меня просто нет слов. Давайте поаплодируем. Нет. Ваши аплодисменты, нет, господа. Нет, нет. Звездочка сказала вам неправду. Она соврала. У меня не бывает ошибок. Я не такой же человек, как вы. Я сильнее, я умнее. Я лучше. Я лучше вас. Я вам не слабовольная шавка, которой все помыкают. Она... блять, еще и извиняется! За каким хуем я вам... Срочно рекламу, Роджер! Включай рекламу, твою мать! Только попробуй выключить эфир, Роджер! Всю мою жизнь меня пытаются контролировать. С самого рождения. Богатые люди, наделенные властью, пытаются заткнуть мне рот, отодвинуть меня, превратить меня в послушную уебищную куклу, в импотента. И это у них получилось, потому что я им позволил. Но знаете что? Раз они управляют мной, то можете не сомневаться, они нагнут и вас. Да уже нагнули, просто вы еще не поняли. С меня хватит. Мне надоело извиняться. Надоело, что меня гнобят за мои способности. Да вы все здесь должны Бога благодарить за то, что я тот, кем я являюсь. Ведь я вам нужен. Иначе кто вас спасет? Да никто. Я здесь единственный, кто на это способен. Вы вовсе не герой. Настоящий герой — это я. Я настоящий герой.